Привет, зритель! Это посылочка от компании BugsDraft. Компания BugsDraft производит замечательную косметику с натуральным составом. О, смотри, какое богатство! Особенности косметики в том, что она обладает пробиотическими свойствами, потому что содержит лизаты, ферменты клеточной стенки бактерий и их внутриклеточное содержимое. Косметика ProBioDerm не содержит парабенов, сульфатов, гормонов, спирта и химии, которые негативно влияют на кожу и организм человека. Большим преимуществом косметики является небольшой срок годности, всего 9 месяцев, за счет минимального количества консервантов. Подходит для длительного применения, поскольку не содержит вредных веществ, которые могут накапливаться в организме. Действие косметики направлено на восстановление естественных природных обменных процессов, а не на временный визуальный косметический эффект. Отдельным преимуществом является использование для упаковки косметики вакуумных диспенсеров, шприцов, которые защищают содержимое от попадания бактерий и грибков. Вот это вот средство, мне оно очень нравится. Очищающий скраб для всех типов кожи. Кожу отшелушивает ороговевшие клетки, делает кожу мягкой и гладкой, оказывает массажный эффект, содержит лизаты пропионобактерий, способствует нормализации микрофлоры, стимулирует репаративные процессы, деликатно ухаживает за кожей и питает ее, укрепляет местный иммунитет, стимулирует микроциркуляцию крови и внутриклеточный метаболизм. Доля натуральных компонентов в составе не менее 98%. Изготовлена BugsDraft. В серии 35+, косметики ProBioDerm, в некоторых составах содержится пептид L-бон, который является безинъекционной альтернативой ботоксу. Пептид уменьшает глубину морщин и полностью убирает мелкие морщины, делает кожу молодой и упругой, обеспечивает превосходное увлажнение и предотвращает потерю влаги. Я выбрала несколько заквасок определенных, и вот компания мне их любезно предоставила для обзора использования. Закваски от BugsDraft просты в использовании. Чтобы приготовить дома настоящий традиционный продукт, потребуется не более 10 минут. Экономичный стик закваски рассчитан от 1 до 3 литров молока, и готовый продукт будет низкий по себестоимости. Закваски работают при комнатной температуре свыше 24 градусов, что существенно упрощает процесс приготовления. Для приготовления можно использовать любое растительное, кокосовое, соевое или животное, коровье, козье, овечье молоко. Закваска ацидофилин. Обычно в такой упаковочке 5 штучек по 3 грамма. Я перестала покупать кефиры, потому что пока у меня есть возможность в определенные периоды года покупать козье молоко, то я покупаю уже готовую простоквашу. Но когда нет этой возможности, я очень страдаю, потому что когда я покупала последний раз кефир в магазине, я его пить не смогла, он был очень странный по вкусу. Вот теперь у меня вот возможность сделать вкусные полезные кефирчики, кисломолочные продуктики, и поможет мне в этом Дельта йогуртница. Закваска кефир. Закваска сметана. Ой, как я хотела попробовать именно такую закваску. У меня как раз в этой йогуртнице есть рецепт в книжечке, в приложении, как делать сметану в ней. Я с удовольствием буду пользоваться и попробую эту сметанку наконец-то приготовить. Вообще у меня тут очень много заквасок. Смотри, зритель, там еще сколько коробочек. Это у нас четвертая закваска — гармония. Для чего у нас гармония? Гармония способствует формированию здоровой микрофлоры у женщин, подавляет рост условно-патогенных микробов, пробиотические микроорганизмы улучшают пищеварение, всасывание минералов и витаминов, вырабатывают ферменты, незаменимые аминокислоты, антиоксиданты. Бактерии в составе являются представителями нормофлоры женского организма. У меня здесь аж 2 стика, за что компании огромное спасибо. Закваска йогурт. Здесь тоже у нас 2 стика. Закваска Slim. У меня тут аж целых 2 их, этих стика. Закваска Мацони. Смотри, можно сделать с огурчиком. В итоге, потом. И у меня тут тоже 2 Мацони. Закваска Пробиотик 25. Ультразащита для всей семьи. Специально подобранный состав полезных живых бактерий. Вот эту я просто очень хотела попробовать. И тут у нас целых 2 пакетичка. У меня прям глаза разбегаются, я даже пока еще не решила, что первое сделать нашей малютке Дельта. Закваска Бифидо Плюс, бифидобактерии, Бифидо Плюс. Целых 3 штучки. Закваска Протект. И тут у нас тоже 2 стика. Закваска Иммуна.
целых 2 стика. Последние 2 коробочки осталось. Закваска «Актив» для тех, кто любит заниматься спортом. И тут у нас 2 заквасочки. И последняя у нас — это закваска «Йогурт греческий». Вот, йогурт греческий. У Бакздрав, кстати, есть еще и средства антисептические. Можно выйти из магазина, спрыснуть на ручки, и убьются все мерзкие вирусы. Если ты используешь промокод, который можно найти в инфобоксе под этим роликом и еще в информационном канале, введешь слово «Iva Forever» в корзине, у тебя автоматом все пересчитается, и ты получишь 10% скидку на всю сумму заказа. Также ты можешь просто пройти по ссылке в инфобоксе. Как сделать заказ и ввести промокод в корзину. Сейчас покажу. В это поле вводим мой промокод, нажимаем сохранить, и вот скидочка. Здесь выбор доставки, оплаты, ну и данные. Все довольно просто. Вот все, что нам потребуется. Вся посуда, с которой будут соприкасаться молоко и закваска, должна быть стерильна. Молоко у меня такое. Вот 3,2% жирности. Тут ровно литр. И кастрюля у меня где-то на 1,5-2 литра. Молоко у нас греется. Молоко скипело. Так как максимальная температура молока для моей йогуртницы — это 42 градуса. Вот так он выглядит, он еще тепленький. Я его оставлю, чтобы он остыл, и уже после уберу в холодильник. Прошло почти 12 часов всех времен, как я его убрала в холодильник. Смотри. Помнишь, тогда была пенка? Пенка эта застыла. Вот он. Я положила несколько ложечек на тарелочку. Смотри, такое желеобразненькое. Я уже попробовала. Очень вкусненько. Смотри, зритель. Напомню, это Мацони. Благодаря заквасткам Бакздрав я могу кушать вот такую вкусняшку. Напомню тебе, что если вдруг цены кусаются, то у тебя есть промокод с моим ником Iva Forever на скидку 10%. А если ты ткнешься в инфобокс и пойдешь по ссылке, то сможешь сделать заказ на целых 10% дешевле. И тоже, допустим, Мацони вот такой вкусный кушать. Всем спасибо за просмотр и пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!